еще минимум 10 можно так продолжать вот самое сильное, что у меня есть. И, к сожалению, заслуженного проиграли. Хочу только извиниться перед болельщиком, никто не ожидал такой игры. Футболисты расстроены, мы расстроены. Надеюсь, через эту игру мы лучше подготовимся к Челси. Сейчас, наверное, можно сегодня попереживать, завтра все забыть, начинать подготовку к Челси. Мы ее давно начали. Забыть это действительно кошмар. Но ничего не произошло в чемпионате. У нас пора в очко, вся борьба впереди. Лучше проиграть один на один раз три, чем три раза два. Дійсно здивував вас, чи просто вони краще провели, набагато краще провели цю групу? Я не думаю, що большая була перевага, особливо в першому таймі. Наверное, после того пропущеного м'яча трошки забивати, і опять же, получили достаточно много контратак. Но я считаю, что мы потеряли ключевого игрока в центре поля, Рибалка. Действительно, через него вся шла игра, и он был агрессивный, он был интенсивный. Сегодня, к сожалению, Мигель с этой позиции не справился. И я не хочу говорить сейчас персонально, потому что все-таки смотреть мяч на сбровки и на анализировать это разные вещи. Но действительно было уже какое-то преимущество в центре поля, когда Трикшера, когда Бланки сбрасывал мячи, Трикшера выбирал на атаке. Все это видели, мы это признали. Також в цьому сенсі таке питання, чому не було лідера захисту Євгена Кочеріта, також лідера центру поля Рибалки. Це для відпочинку перечати чи ні? Рибалка отримав травму, його не було навіть заявки. К сожалению, після ігри він обратився, у нього мікронадрив, і надіється, що він виздоровить до Челсі. Насчет Жені Кочеріти, у нас достатньо кваліфікований защитник. Чому ви вважаєте, що Драгович грає в зборній Австрії? Зборна Австрія прийшла на чемпіонат. Вида играет основной защитник сборной Хорватии. Если Кочеріти будет такое же желание проявлять, играть и бороться за место в основном составе, то у этого человека потенциал огромный. Я надеюсь, что после сегодняшней игры он выйдет на тренировку и будет доказывать, что это его место. Я на это надеюсь. Хочу это увидеть. Женя это действительно игрок очень высокого уровня и потенциала, да, если он хочет. Я очень хочу, что он после сегодняшней игры закончит и увидит, что он нужен команде. Еще запитання, коли, будь ласка, про
Каждый футболист, который не попал в состав, не будет на меня лишь, а будет выходить на тренировку и пахать. И доказывать, что он...